Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал этап крупнейшей международной парусной серии World Match Race Tour «Матч Капраша». 18 команд из 11 стран мира. Россию будет представлять ряд экипажей, в том числе и команда яхт-клуба Санкт-Петербурга «Газпром Team Russia». Жеребьевка определила, как и всегда, в принципе, всех оппонентов равномерно и справедливо. Сегодня предстоят у нас гонки флота будут проходить в каждой группе. В трех группах проведут по 4 гонки. Хороший ветер, хорошая погода, хорошее настроение. Будем побеждать. Соревноваться в Санкт-Петербург прибыло огромное количество известных яхтсменов. Например, участница Олимпийских игр 2008 года, дважды чемпионка мира в матч-рейсе, член экипажа Team SCA Volvo Ocean Race Салли Барко. Санкт-Петербург выглядит прекрасно, и мы ждем с нетерпением возможность рассмотреть его более внимательно. Наша команда Magenta Project нацелена на привлечение большего количества женщин к профессиональному спорту. Безусловно, успехом для нас будет победа, и мы все наши усилия нацеливаем на это. Верю, что женский экипаж может победить. Или действующий победитель серии World Match Race Tour и обладатель Кубка Америки этого года в составе Team New Zealand, молодой новозеландец Фил Робертсон. Матч-рейс на катамаранах — это нечто особенное. Здесь высокие скорости, и ты должен уметь добиваться и поддерживать эту скорость. На таких скоростях секунда промедления, и соперник уже не досягает. Но нужно помнить, что это матч-рейс, и ты соревнуешься с одним соперником, поэтому тактика здесь тоже очень важна. Ну и третья составляющая успеха — это умение обращаться с лодкой. Этому элементу мы также уделяем много внимания. Французский мастер на все руки, шкипер самого большого гоночного тримарана в мире «Спиндрифт 5» Ян Гишар. В этом году у нашей команды две цели. Первая — это кругосветная гонка на нашем гигантском катамаране. Вторая — это участие и завоевание достойных результатов World Match Race Tour. Параллельно здесь мы тестируем и подбираем экипаж для кругосветки. Нам надо найти баланс между навыками каждого члена экипажа и общей атмосферой в команде. С 1 по 3 августа групповой этап пройдет в яхт-клубе Санкт-Петербурга в акватории Финского залива. 4 августа известнейшие яхтсмены планеты перемещаются в самый центр северной столицы на пляж Петропавловской крепости, где до 6 августа будет проходить финальная часть регаты. Вход для зрителей свободный. Поддержим российские экипажи Давату Евгения Неугодникова из Екатеринбурга, М1 Клауд Евгения Елфимова из Москвы и Газпром Team Russia Виктора Сережкина из Санкт-Петербурга. Болеем за наших!